Где мне твой бестиарий-то глянуть? С тобой поговорить можно? Мне нужны другие бутылки, у меня с этим что-то херово. Little beast, we are friends now. Интересно, ты разговариваешь. Он сейчас с того ларца вылезет. Полчища монстров. О, серебряная монета для пророчества нам выпала. Кассия поет. А повышать уровень ларца можно прямо не открытый, что ли, получается? Чё, ты мне поможешь с Кассией? Тут лагерь у нас. Подожди. Здесь пока чистенько. Шесть процентов повышения скорости сотворения чар, множество критических ударов чарами, повышение скорости передвижения. Мне скорость передвижения тоже нужна. Хорошо. Сейчас зачистим тут по кругу. Никто нам не мешал. Косматый надзиратель. Взрывается, что ли? Выполнили задание. Хороший бизнес у нас будет с тобой вдвоем, да? Понятно. Серебряная монетка. Дубинка высокого качества, блин, не знаю. Чего нужна? Деталь доспеха повышает качество. Так, задание выполнено. Ой. Да нет. Так он с нами не пошел? А, мы задание выполнили, нас оставил, да? Молот. Все, места больше нет. А здесь портал есть? Надо портал активировать. И вернуться. Сюда.
Ключ начала. Перестал перемещаться куда надо. Так, я бы хотела здесь активировать портал. Смотрю. Тут до 60 уровня, да, можно докачаться, по-моему. А нет. Выше. Там какой-то 60-й, 63-й, по-моему, как раз 8-й акт люди заканчивают. Too much clutter. Не, поняла. Что-то здесь нету. Ладно. Вон дуб, кстати. Надо вернуться, скинуть это. Идти к этому дубу. Касси. Сейчас со твоей разберемся помпой. Что, у меня карта закрыта, блин. Куда она делась-то? Я случайно, что ли, ее закрыла? Справились. Грибной нарост уничтожен. Места нет. Сейчас пойдем в лагерь, все. Посмотрим. Так, а здесь же еще было какое-то украшение. Уже, а, вот, подобрала, да. Уровень 11, повышение скорости регенерации маны, ловкости. Сопротивление к холоду. А, регенерация к мане нужна. Уровень 14. Чего нельзя-то? Почему? Почему нельзя? Ужасный берег. А! Кольцо. 12 уровень. Как здоровье. Кольцо с сапфиром. Ой, что подобрать нельзя, блин, все забито. Кольцо с сапфиром, да? Сейчас это все сбросим и пойдем убивать дуба. Его видел на карте. Что там нам про пророчество-то сказали? Мои пророчества.
Сотрясается небо, которому вторит земля, ответ наполняет свои искушительные силы. Ты найдешь землю с бурей дробления. Подожди, где найдешь землю с бурей дробления? Познать редкие предметы, события скверные. Решить. Что-то какие-то у меня тут достижения дали. Так я не поняла. Так, две серебряных монеты, а у меня разве нету? Я потратила одну серебряную монету, чтобы получить пророчество. Или две монеты сразу забрали. Фига себе. Мне нужно еще две серебряных монеты. Что это такое? Это кто вообще такое дело делает? Что это за бури такие странные? Кто шаманит? А, это пророчество, что ли? К исполнению. Пророчество исполнено. Увидели дробящий шквал, что ли? Мы исполнили пророчество. А пророчество знаете, где можно посмотреть? Это пророчество мы исполнили. Теперь нам нужно в руинах крепости недалеко от разрушенного моста. Ты найдешь войско мертвых, уничтожишь его. В руинах крепости. Южный лес. Подождите, это как раз вот этот квест, что ли? А это западный лес. Южный лес. Мне уже доступен второй акт, но я хочу пока это доделать. Это мы алтарь активировали. Молния еще дополнительно бьет урон. Молнии. Вообще классная способность. Я молнию не хотела прокачивать. Но это просто дополнительно здесь мы алтарь активировали. Волшебная печать. Нам нужен какой-то ключ. Подождите, а тут я видела где-то... Тоже зеленый предмет какой-то. Наверное, это и был ключ, нам надо найти на этой локации. И вернуться сюда. Значит, мы можем... Какой-то потайной проход, что ли, открыть на этой локации? Так, что ли? О, наконец-то получилось северное дыхание. Что-то до этого не получалось. Сначала что надо активировать, он также накапливает, как с душ собирает энергию. А потом используется. Просто заморозка идет. Пророчество усложняет нам игру, я так поняла. Шквал бури, вот это вот все. Это из-за пророчества у нас тут. Там больше опыта, что ли, из-за пророчества дает, не? Точильный камень, забирай. Света квартала.
Да хрена я больше вначале жаловалась. Ну, как всегда. Когда не надо, тогда шквалом сыпется. Стёбаный доспех какой-то. Чумная маска, это у нас что? С одним сокетом. Уровень 10. А можно изменить цвет-то? Красный был зеленый. Призыв горя. Сфера усиления. Не может больше свойств добавить. Только два свойства в волшебном предмете может быть. Шлем какой-то. Да почему ты поперлась куда-то? Оттуда нельзя было, блин, все это использовать. В смысле? А, все, норм. Ну опять не справились. Скипетр какой-то. Кольцо с кораллом. Уровень 6. Уровень 12. Ну что поделать? Кольцо, амулет. Пока оставлю это. Не, все, мы справились. Мы можем у нее взять пророчество, но чуть позже. Hello. Что? Мы не спрашивали, Шелк знает больше, чем показывает. Он умеет слушать и понимать. Лови недосказанные слова. Видишь правду в историях Шелка. Гадюки едят обезьян, а те едят гадюк. Лес ранен и смущен. Он губит сам себя. В этой войне нам не остаться в стороне. Там, где по три слота можно вместе, по-моему, скидывать. Кольца, амулеты. Блин, еще одно кольцо было. Да, я без рецептов все делаю. Да блин, что-то неохота сейчас с этим заниматься. До третьего акта ничего страшного. Камни. Не знаю пока, зачем я эти бутылки собираю. Эти камни хочу все продать и перезайти выбор. А себе перезаду, сейчас они все восстановятся. Да? Что-то увеличит игра. Сфера инженера какая-то. Что-то у меня здесь все завалено. А мне уже не нужны свитки мудрости, их уже много у нас. Свиток портала, видите уже сколько накопилось. Оставим. Свойства с предмета убирает.
Не знаю, зачем нужны монеты пирандусов. Все, кроме вот этого. Цветок мудрости. Цветок портала пускай будет. Деталь для успеха. Много места занимает просто. Все это. Поэтому можно это брать в тайнике. Серебряная монетка у нас здесь. Нужно в зверинец отправиться с Энаром. Пока здесь у нас еще заданий полно. Дополнительный великий белый зверь. Может быть, он потом исчезнуть может. Может сразу его выполнить. А где область берлога? В старых полях. А, я проходила мимо, да. Старых полях. Честно сказать, не помню. А мой портал вижу только я, да? Это все можно на... продавать. В общем, мы до дуба практически дошли. Крепкий посох какой-то. С тремя сокетами причем. Какого уровня? Уровень 12-27. А, тут без этого. Три сокета. Ладно, пойдем, я пока первым слотом пользуюсь, мне нравится. Вообще хочу маску или обруч какой-то. Знак восклицания у нас. Корни древа. Еще один квест, что ли? Какое-то тайное место. Подожди, заросли деревьев закрывают вам путь. Возможно, они могут быть открыты чуть позже. Хорошо. Вот он и портал. Я его не нашла, не дошла точнее до него. Сейчас мы с вами его нашли. С янтарем. Маска какая-то. О, железная маска. Классная, смотрите. Обычный можно преобразовать. Ну, как назло, я оставила сейчас все там. Сейчас, может быть, найдем какую-нибудь сферу. Преобразуем. Также выпадают вещи для крафта. Точнее, валюта для крафта. Ну это и как валюта, здесь можно покупать на эти сферы различные кусочки, также использовать для крафта. Дуб. Сейчас с ним поговорим, да? А тут какой-то подвох есть, по-моему, с этим заданием. Ты как будто преследуешь высшую цель, что-то важное, что-то вроде мира. За этот лес дерутся трое, каждый день мои братья сражаются с крысами и крайтином. У моста и рабами Алиры на старой дороге. Чтобы сохранить жизнь многим, тебе надо убить всего двоих. Но если мира тебе мало, принеси мне амулет из шеи этих никчемных выскочек вместе с моим
Эти амулеты дадут нам особую силу. Их власть воцарится мир. То есть принести двоих и оставить его. И не драться с ним. Если вы поможете дубу, вы навсегда получите регенерацию 1% здоровья в секунду, 2% дополнительного уменьшения получаемого физического урона, 20% увеличения глобального физического урона. Вы будете сражаться со всеми игроками, что не на вашей стороне. Если вы убьете дубу, вы не... Ладно, поможем. Я знал, что тебе можно доверять. Избавь бедную землю от двух злейших недугов. Когда свет в глазах Крайтины и Алиры начнет меркнуть, передай им привет от дуба. Мне надо вообще-то как-то проходить игру. Я уже почувствовала, что мне не хватает скорости и здоровья. И еще мне нужны другие флаконы. Так, дуб просит вас принести амулеты его соперников, Алиры и Крайтина. Алиру можно найти в западном лесу. Так, западный лес. Западный лес. На выход, что ли, надо идти? Объем на западный лес. Не помню, надо искать. Сейчас попробую выйти обратно к реке. Отсюда, наверное, есть проход. А, надо было на карту просто посмотреть сейчас. Так. Это южный лес. Север, юг, восток. Здесь, что ли? Западный лес-то. А, да, это из лагеря мы можем туда попасть. Там западный лес, точно. Я думаю, что-то знакомое. Сейчас как раз из лагеря туда попадем. Так, пятый уровень уже, 100 лет. Перековывают волшебный предмет, наделяя случайными свойствами. Сейчас, где мой тайник? Число гнезд. Все по 3 у меня пока. Это потому, что мы во втором акте. Потом будет больше гнезд доступно. 17 повышение глобальной меткости, увеличение уклонения энергетического щита к здоровью. У нас что? Призыв буря. Меньше яд. Все поддерживает. Мне нужно с другими камнями это смексовать. Короче, ладно, идем сюда. Старые поля. Это белый зверь здесь. Запуталась уже в этих квестах. И на западный лес, где тогда? За белым зверем идем охотиться.